мужья Воробей довели ее до пьянства. В свои 50 лет Елена Воробей так и не встретила настоящую любовь. Пародистка поделилась с поклонниками своей жизненной историей. Артистка была замужем несколько раз, но долго и преданной любви так и не нашла. Об этом она рассказала в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. По словам Воробей, ее первый муж изменил ей, и она простила. Однако через некоторое время супруг все же ушел к другой, и брак распался. После развода Елена находилась в депрессии, стала часто пить и даже бросила любимую работу. Скорая помощь регулярно приезжала к ней домой. Пройдя эти воспитания, Воробей взяла себя в руки и исправилась. Вскоре она встретилась с бизнесменом. Елена забеременела, и на свет появилась ее единственная дочь Соня. История первого брака повторилась вновь. Муж ушел от нее и женился на другой женщине, от которой родились дети. Позже бизнесмен познакомил их с Соней. Однажды Елена узнала, что ее бывший супруг попал в реанимацию. Она все это время не отходила от него, но врачи так и не смогли чем-то помочь. В этот же год артистка потеряла и свою маму. Друг пародистки Владимир Винокур поддерживал Воробей в трудную минуту и пожелал ей встретить своего мужчину, который всегда будет надежной опорой. При этом юморист добавил, что Елена пока замужем за профессией. Елена Воробей запомнилась зрителям своими пародиями. Она снималась в программе «Аншлаг» и во многих других телепроектах. Также неоднократно становилась лауреатом всероссийских конкурсов артистов эстрады.